Вечерний Киев. Это шоу «Вечерний Киев» на телеканале «Интер». Вы знаете, друзья, многие телезрители очень неправильно относятся и несерьезно к телевизионной рекламе. А на самом деле появление каждого телевизионного ролика на экране – это целая жизнь. Сначала производитель продукции приходит к сценаристам, рассказывает им, как он хочет увидеть свой продукт на экране. Да, затем сценаристы ломают голову над сюжетом, затем все вместе подбирают актера. Актеры должны вжиться в роль. Затем это все снимают, монтируют, озвучивают. И все это только для того, чтобы во время этого ролика кто-то взял, встал с дивана и пошел на кухню делать чай. Да, другое дело наша реклама. Реклама, которую производим мы в шоу «Вечерний Киев». Ее пропускать нельзя. Это очень смешно. Смотрим. Краще. Смотри, машина, машина. Ты что, машина, где ты? Блин, капец, придурок вообще. Ты ждешь. Блин, как я тебе поеду? Стало краще. Вот, стало же краще. Краще стало же, ну. Ты что надел? Мама, садись-ка! Краще стало. Стало краще. И, у, 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 повторяем, повторяем. Повторяем. Мышцы расслаблены. Да. Еще. Утекай. Еще. Укради. Еще. Уты. Живот. Уты. Живот. Уты. Расслабь уты. Живот. Уты. Вот так. Продолжаем говорить. Просто вот так. Стоп. Говори. Уструбный. Говори, я не слышу. Куда вы поплыли, Виктор Федорович? Вы. Прекрасно, прекрасно. А теперь вот так. Интересно. Продолжаем говорить. Говорите. Говорите. Умыкни. Чуды, укради, умыкни. Еще. Увимкни. Стало краще? И зараз я хочу сказать, что цей слоган увимкни Агриппину. Давайте, пацаны, порой собрались, собрались. Серега, дайте пацаны. Я тебя прошу. Давай, 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 сразу. Собрался. Я не слышу, что там. На телевизор не слышу. Что такое? Жить стало краще! Только что стало известно, что тренером сборной Украины стал Олег Блохин. Это последняя информация. Краще не стало. Краще не стало.